Если вы так же, как и я, любите домашнюю пищу, приготовленную своими руками, когда вы точно знаете, что она полезная и без лишних добавок, то я рекомендую вам икру из кабачков домашнюю. Я люблю вкус и аромат сельдерея, поэтому добавляю его почти во все заготовки. Однако рецепт кабачковой икры домашней не настаивает на добавлении сельдерея, так что вы можете просто проигнорировать этот ингредиент. Однако, поверьте, с ним получится гораздо интереснее и вкуснее. Итак, начнем приготовление. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Ставим лайк и подписываемся. Нам понадобится: кабачок 3 штуки, сельдерей 1 штука, морковь 2 штуки, пучок укропа 1 штука, пучок петрушки 1 штука, растительное масло по вкусу, горчица 0,5 чайных ложки, соль по вкусу, количество порций 5-7. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.